Здравствуйте, друзья. Вы видите зазывную надпись, говорит, это тебе не просто так. Магазин с горшками. Ну, давайте посмотрим. Вообще, идея общая этого магазинчика в том, чтобы на участках люди и перед домом, и сзади там для, как сказать, ландскейпинга, можно сказать, да? Это как правильно назвать? Для оформления внешнего. У них это называется ландшафтный дизайн. Ландшафтный дизайн. Ну, это больше с землей, наверное, связано. Ну, почему? Вот так же, как у нас ландскейпинг, есть хардскейпинг, да. Есть ландскейпинг. Да. Ландшафтный дизайн, я думаю, исключает тоже и скамейки, и всякие постаменты, и все, что хочешь. Ну, вот это все вот для улицы. Для улицы. Улица перед домом, улица сзади. Вообще мне тут много чего не нравится. На заборы бывают всякие такие висюльки. То, да. Что мы делаем, это рентал. Но вообще мне много здесь нравится. Для дома, который мы строим. Ну вот понимаешь, я не уверена, вот просто потому что это рентал. Потому что это дом для сдачи, но, да. Ну да, но мне бы хотелось что-нибудь такое красивенькое смотреть. Ну давай, пошли. Ой, смотреть. Ой, посмотри, какие эти сами сидят эти вот, как они называются, это с крыльями, как драконы. Драконы очаровательные. И Будда тут и очень Будда, милый. А скамейка какая милая. Да. Ну, скамейка $200 стоит. 185. Скамейка 185. Дракон 295 с подставкой. Будда 249. Видишь, как дракон дороже Будды существенно. А, кстати, драконы очень симпатичные. Вообще. Драконы вообще очень милые. Очень милые. Вот та штука мне не нравится с крыльями. А там, слушай, чертик прямо натурально. Чертик натуральный, да. Слушай, тут и римская, так вот. Вот эта скамейка. Мне нравятся все скамейки. Чертик. Ой, ну чертик мне не нравится. Он какой-то злой очень. Чертик. Ну, сейчас, знаешь, ночью выйдешь. Ну, с крылышками. Чертик-то с крылышками. Вообще, друзья, кому-то, значит, интересно, да? Нет, люди не пожалеют $250. Драконы, они как-то подобрее будут. Вот этот дракон противный. Какой? Вот этот противный. Противный. Ой, а вот это, смотри, это даже не дракон, а это называется... Ой, как они называются? Вот этот? Типа домовых, что-то такое. Я не знаю. Ты знаешь, он довольно злой. 249, я подозреваю. Это колонна. Да, да, это постамент. Постамент. А дракон, наверное, поскромнее. Дракон 149, пожалуйста. Давай постучим по горшку. Слушай, стучит, как будто это металл. Да, да. Это же не может быть металл. Это глина. Не знаю, из чего. Я сейчас попробую постучать ключом от автомобиля. Вот. Так. Не знаю, из чего. Явно глиняный, пойдем постучим дальше. О, звучно, звучно. Ой, а посмотри, вот лягушка сидит и делает это самое, рейки. Да, лягушка медитирует, тут все вообще такое. Тут и с буддийской культурой, и поскольку тут на местности очень много людей, вот латинос, так сказать, испаноязычных, там католики они, тут мадонны всякие тоже присутствуют. Я хочу два слова сказать. Скажи. На самом деле, конечно, поскольку у всех людей, у многих людей выше подними, частные дома, то, конечно, вот это вот наличие вот этих вот всех горшков, да. Это очень популярно. И, в принципе, у нас каждый цветочный магазин, не цветочный, а тот, который торгует растениями. Да. А там есть некоторый выбор вот этих горшков. Но такого, да, огромного выбора, как, да, здесь, но это нигде нет. Здесь нет растений, здесь специально горшочное. То есть здесь, на самом деле, можно купить нечто такое, чего ни у кого нету. И в этом смысле это прикольность этого вот и места. И магазинчик этот, он недавно переехал. Но мы в нем бывали раньше. То есть мы, да, покупали здесь кое-что. Горшки, да. Но тут они переехали и прислали нам имейл. Говорят, мы тут в новом месте. А мы подумали, а у нас как раз стройка идет. Может быть, мы что-нибудь такое приобретем для нашего строящегося объекта. Была мысль что-то такое на забор повесить, чтобы для разнообразия. Разные, мысли разные такие. Да. Вот. Лягушек мы не будем. Нет. Так. Вот еще один такой же черт, но уже не где? Такой злой вот сидит. Зайчик, я не интересуюсь чертовщиной совершенно. Мне так, я понимаю, что тебе так это необычно, но зачем? Так. Ну что, собачки. Собачки какие-то, мудрецы. А тут же вон, пожалуйста. Вот, Света, римский образ. За полцены отдают. Как-то он неэстетичный очень. Ну, не знаю, да. Руки-ноги подбивали. Нет, ну даже если подбивали, у него лицо неинтеллигентное. Так, вот они тут.
А вот еще... смотрите, ангелочки стоят, им даже глаза приклеили, очень смешно получается. Так, ну что у нас тут? Слоны, рыбки, тоже Будды. Вот бабочка, друзья. Можете себе представить, куда такую ржавую бабочку можно пристроить? А так она не тяжелая, на самом деле. Не тяжелая. Хочется по ним постукивать. Пол цены, говорит, отдаем здоровенную бадью. Не хочешь бадью, Свет? Ну, а как мы ее увезем? Она тяжелая. Наверное. Тяжелая. Вообще, да, такую еще не увезешь, я подумал. Нет, наверное, можно загрузить в машину, но, в общем, конечно. Действительно. Так еще подумаешь, как увозить. Ну, они довезут. У них есть водители с траком, там, довезут. Быки. Черепахи. А вот, посмотри, Миша. Да, с ног. Это, ну, палец с ногтем там. Ну, да, но это как-то... Это никак. Просто палец с ногтем, Света. Больше ничего он не изображает. Нет, ну когда показывают, зайчик, неприлично. Я думаю, это они прилично показывают. Что, продолжаем движение. Так. Обычно к такому магазину еще положено закрытое помещение. Во всяком случае, у них раньше было. И там было много-много всякого интересного внутри. А, такие панно мозаичные. Скульптурки, ну такие подороже, вот не уличные. И тут даже была женщина русскоязычная, я помню, продавщица. Мы с ней снимали разговор. Ты помнишь, Свет? Нет. Была русскоязычная женщина? Это не она. Это нет, нет, конечно, не она. Я говорю просто, что была. Мы. Это, конечно, это же она тебе прислала. Так. Да. Так, я пытаюсь найти что-то такое, на что глаз положить. Так, черепашки. Это горшки фактически. Черепашки не просто так, а это горшки. Видите, у них сверху такое пространство. Это барашки. Львы. Чего только нет на свете. Ну, такое очень все, что и потребное. Ну, конечно, это грубенькое все, да, уличное. А вот эти суккуленты, их можно там в эту черепаху посадить, и будет вот прям черепаха с суккулентами. Вот, вот такое растение посадить в черепаху. А, так и растения тоже есть немножко, да, смотри? Я думал, только горшки. Нет, можно и растения приобрести. Вот, друзья, натурально, ангелочек. А вы ему туда растение, раз, будет ангелочек с растениями. Вот, пожалуйста, тут монахи, ангелочки. Так. А что это, сосуд какой-то, нет? Я думал, там снимается с головы. Нет. Так, тут китайские. Света присмотрелась к этой рыженькой девушке, да. Очень, очень хорошая девушка. Так. Ну, что тут у нас еще? Ящерки, рыбки. Так. Дева Мария скромненько. Но со вкусом. Так. Настенные дела. Что-то прям языческое в этом есть, я бы сказал. Так. Ну что, движемся. У меня такое ощущение, что мы движемся в сторону более мелких и таких более интересных предметов. Более цветастых. О, какая, смотрите. $2800, друзья. $2800. Так. А тут такой мотоцикл вообще потрясающий.
так вот стоит на улице, создает антураж. А как он это делает? А даже непонятно. А, там моторчик, наверное. Там моторчик. У-у-у. Вот кактус — это вещь. От души сделано. Клиренс. 25% скидка вот на этот автомобиль. Сильно. Так. Жар-птица, друзья. Такая куценькая, но так. Жар-птица. А тут вот прямо растение. Такие кактусы. Недорого. $9. И кактус тебе. Так. Хорошо. А можно вот такую, такого жирафа взять. Лошадь, жираф. Там все хотите. А я все смотрю, думаю, неужели у них нет именно магазина, как магазина. Ну, сейчас посмотрим. Посмотрим. Поскольку раньше был, то я как бы так удивился. Какие-то осколки цветастые. Фонтанчики. Как вам вот эти солнышки, а? Вот такие. Это стеклянные. Так, не так просто. Стекло. Автомобильчик-то. А тоже 629, друзья. Не шутка.